В республику поступила большая партия специальных вакцин против гриппа для будущих мам. Во всех женских консультациях врачи готовы привить беременных, обезопасив тем самым не только женщину, но и ребенка. Вакцина для беременных российского производства не имеет побочных действий. Прививку можно сделать предварительно, проконсультировавшись с врачом. Прививка делается в период беременности со второго триместра. Необходимо пройти консультацию предварительно врача, участкового терапевта, выявить противопоказания. И если противопоказаний нет, то женщина может спокойно обратиться в прививочный кабинет и сделать данную прививку. Прививка против гриппа защищает не только мать, но и плод. В последующем иммунитет сохраняется еще 6 месяцев. То есть после родов можно не бояться заразиться гриппом. Младенцу передается материнский иммунитет. Очень ждала появления этой прививки. Вот она появилась. Я с удовольствием ее сделала, так как хотела защитить себя и своего ребенка от заболеваний возможных всех. Укол совершенно безболезненный. Все прошло очень хорошо. Голова не кружится. Все отлично. Напомню, в республике поступила первая партия вакцин. 170 тысяч доз для взрослых и 86 тысяч для детей. В этом году врачи намерены привить против гриппа почти 500 000 жителей республики.